будить страну красиво. Сегодня мне в этом помогает группа «Трафик». Здравствуйте, девочки! И группа VIP. Привет, дорогие! Советую всем принять такую же позицию, как и я, а именно полушпагат. При втянутом животе, при осаночке мы наклоняемся в левую сторону. Отлично. Долго не зависаем в одной позиции, в правую сторону. Отлично. В левую сторону. Кто не может так быстро, дорогие мои, мы вам показываем, что делать этим утром. Вы можете просто впитывать, а потом на перемоточке, в медленной рапиде все это смотреть. Отлично. Теперь тянемся вперед. Да, молодцы, молодцы. Теперь я вас попрошу сделать лягушку. Вот, кто не может, может сидеть вот так. Это нормально. И теперь сделаем упражнение для внутренних мышц. Вот, да, вот так поднимаемся. Отлично. Молодцы. Выглядит это весьма эротично, но краснеть не надо. Теперь делаем шпагатики. Медленно, медленно, да-да-да. Кто не может, может на ручках перемещаться. Для чего я это делаю? Повторяю, я не выпендриваюсь, не показываю лишний раз, что я гимнастка и могу сидеть на шпагате. Мне просто важно, чтобы люди научились вот эти вот работать этими мышцами. Чтобы, как Леша Ягудин, не делать операции на бедра. Потому что вот этими мышцами надо работать, надо делать вот такие разные упражнения. Надо садиться на шпагат, это очень важно. Я это специально показываю для тех, кто не может. Ничего страшного, прокручивайте тазовые вот эти косточки. Вот так. Молодцы. Отлично. Хорошо. Ну, хватит издеваться, теперь подкачаем. Это банальная подкачка, но она необходима. На полупальчики берем ножки и делаем вот так. Теперь зафиксировались в этой позиции, убрали руки. Умнички мои. Встаем. Все-таки надо периодически прокручивать эти мышцы. Не надо зависать, конечно, долго в шпагатах и все такое, ставить себе самоцелью сесть в шпагат. Этого не нужно делать. Просто мы должны понимать, что здесь у нас тоже есть мышцы, и ими нужно работать. Ну что, дорогие мои, я вас безумно люблю, желаю вам красивого, потрясающего дня. С вами была Лисанна Утяшева, группа «Трафик», VIP. Сюда они пытаются мне показать. Немножко они стесняются это показывать. Ну ладно, покажем в следующей передаче. Пока. Мы же движемся.